Тем временем в городе зажглись первые новогодние елки. Праздничный фейерверк и благотворительные акции. Множество мероприятий в Октябрьском районе были приурочены ко дню главы государства. На зажжении главного символа Нового года в Майкудуке побывал наш корреспондент. День первого президента отметил и акимат Октябрьского района. Сразу в один день было проведено два мероприятия, посвященных данной дате. В первой половине дня были проведены торжественные мероприятия, на котором приняли участие представители акимата Октябрьского района, депутаты городского маслихата, директора школ и больниц района. В рамках мероприятия каждый активный деятель был отмечен и награжден памятным дипломом. В целом, по благотворительным акциям, значит, все участники Великой Отечественной войны, все долгожители района, детские все дома, все малообеспеченные, все новорожденные дети, все получат денежные и продуктовые подарки. Нельзя не отметить, что ремонт в Доме культуры Нового Майкудука проводился не только с усилиями местных властей. Огромный труд в благоустройство района вложил также предприниматель Владимир Нефедов. Ну, это пример для подражания. Я так думаю, что наши дети и мы должны как-то смотреть, восхищаться этим человеком. Ну и я так думаю, что стараться хоть чуточку походить на него. Личность Нурсултана Абишевича – пример для каждого гражданина страны. Ведь благодаря усилиям главы государства наша страна стремительно развивается, отметил депутат городского маслихата Амантай Тулеушин. После развала Советского Союза все страны, сейчас как мы называем СНГ, равных правах мы остались. Но среди них сейчас большое развитие получил, на мой взгляд, наш Казахстан. Это видно по жизненному уровню нашего населения, видно по авторитету нашей республики в международном уровне. Это благодаря все труд нашего президента, я считаю. Это не последнее радостное событие в Октябрьском районе. Открытие новогодней елки для местных жителей в этом году состоялось особенно празднично. Фейерверк, организованный властями района, удивил всех жителей. Поздравляем всех с праздником. Сегодня было очень весело, интересно. Было много фейерверка. У нас впечатление, конечно, море. И погода сегодня такая, как раз новогодняя, замечательная. В общем, всех-всех с праздником. Всем здоровья. Всего самого наилучшего, чтобы будущий год был намного легче, лучше, радостнее. Всех с праздником. Празднование Дня первого президента знаменовалось для жителей шахтерской столицы особенно важным событием. Каждый район с большой ответственностью отнесся к значимой дате. И, как мы видим, Октябрьский район также не остался в стороне. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.